На кадрах 42-й проезд инженерной промышленной зоны Заволжья. Через пару лет бескрайнее непаханное поле ежегодно будет приносить в казну Ульяновской области 5 миллионов рублей. И это налоги с будущих предприятий. В скором времени здесь начнется строительство бизнес-парка «Восточный». Индустриальное пространство для предприятий малого и среднего бизнеса обустроят по новой модели. Первый этап работы планируется реализовать до 2021 года. И вот первые 6 участков. Эти 6 участков на сегодняшний день, на них есть предполагаемые инвесторы, мы подписали рядом с ним соглашение еще на деловом климате. Это 5 мебельных производств и одна площадка склада временного хранения таможенной продукции. Открытие 6 предприятий даст возможность трудоустроиться более чем 500 ульяновцам. Строить собственные производственные площадки резиденты будут сами. Правительство Ульяновской области берет на себя затраты и работу по проведению всех инженерных и подъездных путей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов. Глава региона ознакомился с территорией будущей промышленной зоны. Через 3 года мы здесь увидим первую часть большого уникального бизнес-парка, аналогов которому нет в Российской Федерации, потому что мы его будем развивать действительно по новой промышленной модели. И прежде всего, конечно, это для малого бизнеса. Первыми на очередь строительства встали 5 мебельных компаний. Это так называемая пилотная партия. Все они входят в ассоциацию мебельщиков Ульяновской области. Первое, самое главное преимущество. Во-первых, мы поможем многим мелким производителям мебели выйти из гаражного производства и уже на нормальной земле, так скажем, с нормальными подъездными путями построить новый формат производства. Общий объем инвестиций в парк «Восточный» площадью 12 гектаров превысит 1,5 миллиарда рублей. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.